В Щелковском перинатальном центре уже не в первый раз проходит День донора, к которому присоединяются все больше неравнодушных жителей. Акция «Доноры детям» приурочена к празднованию Дня семьи, любви и верности. Благодаря участию в добром деле сотрудников медицинских учреждений и жителей удалось заготовить почти 23 литра цельной крови. Всего в мероприятии принял участие 51 человек. Важно помнить, что донорская кровь нужна всегда, и сдать ее может любой гражданин России, достигший совершеннолетнего возраста с весом более 50 килограммов.